Талые воды – основной источник загрязнения центрального водоснабжения весной. За зиму на снежном покрове оседает дым, сажа, скапливается мусор. Весной, когда снег тает, все это попадает в обь. Для обеззараживания воду добавляют хлор, который убивает большинство опасных микробов. Однако при этом вырабатываются так называемые хлорорганические вещества. Такие соединения могут быть как безвредными, так и токсичными. А самое опасное, что домашние методы фильтрации избавить воду от них не могут. В настоящее время ни один из методов, таких как кипячение, фильтрация, отстаивание, не может убрать хлорорганические вещества из воды. Чем они опасны? Эти вещества являются канцерогенами. И для большинства из этих веществ не установлены нормативы качества. Соответственно, они не подлежат мониторингу и не подлежат их оценке. В компании «Легенда жизни» используют только артезианскую воду. Источник находится на глубине 240 и 280 метров. Такая вода защищена от внешних факторов. Сезонные изменения никак не влияют на ее качество. Кроме того, для фильтрации воды не используют химические реагенты. Воду очищают с помощью промышленных фильтров. Это самый надежный способ. Обеззараживают с помощью ультрафиолета. После каждую партию проверяют в лабораториях на соответствие стандартам качества. При производстве «Легенды жизни» мы максимально стараемся сохранить солевой состав, тем самым сохранить ее природную пользу. Плюс ко всему мы обогащаем нашу воду необходимыми микроэлементами, такие как йод, фтор и селен. В этот опасный для здоровья период особо важно пить чистую и полезную воду. Продукция «Легенда жизни» включает в состав оптимальное содержание микроэлементов. Заказать воду «Легенда жизни» вы можете в любой день по телефону 777 777.